Так, сейчас я побольше сделаю. Стали, стали. Учкоми. Учикоми. Значит так, вы, Чезар, вы на том ковре, с Георгием, на том, вы здоровы. Вы вот, вот здесь, смотрите, вот, вот этот мат, вот именно здесь. Вот эти, один, вот здесь. То есть вы не уходите куда-то, да. А вы делаете вот на этом мате, вот здесь. Уходите туда, там не видно больше, чтобы я видел, как вы делаете. А вы делаете здесь, на этом мате. А, Георгий? Итак, разогрели, сделали учками заднюю подножку через плечо вперед. По три раза, ты три раза, вот три раза. Браво! Вспомнили, сейчас под музыку будем делать подсчет. Выводим, выводим. Да, и еще, смотрите, сюда заднее, сюда заднее. Потом вы вдвоем, потом право-влево, право-влево. Мельницу. Разогрейте туловище, поднимите. Раз, вход на мельницу, выход. Так как мы по самбо выступаем. Вход, выход. Мельница тоже. Задняя подножка. Через плечо свинга дрябка. Кумара свинга дрябка. Соперника выводим. Мельницу, сейчас мельницу поделайте. Ну что, сразу же начинаем. Так, сейчас мы... Держать, чуть-чуть дверь прикройте, а то я... Задняя подножка, первый номер. Один, раз, два, три, четыре, пять, шесть, середину, семь, восемь, на одну ногу вытаскиваем его, девять, десять, поменяли, второй, вообще, раз, два, три, четыре, Георгий, к центру, Георгий, к центру, пять, владимир руками, шесть, семь, восемь, девять, десять, поменяли, в другую сторону, вообще, уно, два, три, четыре, ладно, он должен вот так становиться, вот так, он стоит, 6, 7, 8, Чезар, выводи, 9, одну ногу, 10, 11, 12, пока поменяли, второй, вообще, раз, 2, 3, 4, 5, выводи, Георгий, выводи.
делаем. Одну сторону только. Раз. И раз. Лап на середине. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Другую сторону. Пошли. Угу. Uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1,
Два. Три. Игорь, в другую сторону, Игорь. Четыре. Вот туда вы должны хорошо делать. Пять. И через плечо и мельницу. Шесть. Семь. Восемь.
делаете удержание, соперник хватает ногу, крестит. Даже на туловище крестит двумя ногами, он не должен, он может крестить, но не должен сжимать это. Замечание могут дать. Значит, я прижался к нему, нахожусь между ног, захватил этот шею, этот прижался к груди, то есть ладони проходят, считается удержание. Где хочешь, справа, слева. Вот только я не знаю, спиной. Никогда не видел пасапа, чтобы спиной держать. Со стороны головы, верхом, справа, слева, боком, между ног. 2 балла, 10 секунд, 4 балла. И все. Если у вас было 2 балла, вы еще удержали, вам добавляют. И все. То есть только 4 балла. Болевые. Ну, на кисть нельзя. Здесь выпрямляем. И узел. Чик, сюда, сюда. То есть вот здесь вот сюда. Иногда пропускают, но в принципе нельзя. Вы находитесь между ног. Раз, на колено у вас ступили. Хоп, и растяжку ему. Идет на колено. Лежит на животе. Вы ему раз сели, хоп, сгибаете. Нельзя в сторону уводить. То есть колено на стопу. Раз, два. А вот, например, сбоку за пятку сюда. И, то есть стопа не должна уходить в сторону, колено в сторону. Они должны на раскидку. Удушающих нет. Готовы? Джуэль! Боремся! Лоптаемся! Что, не слышали никогда такое слово? Еще Дашка это придумала. Еще есть такое слово, кантеряемся. Ой, ты так же на свисток. Пошли. Что нашли? Что-то. Болевое дело, что ты его отпустил? 4 балла и все. Георгий, ты сдался? Да. Молодец, это что сдаваться? Он только 4 балла проиграл. Если ты 8-0 проиграл, тогда и сдаваться не надо. Так, Марио, смотри. Перейди к Владимиру. Иди сюда. Если ты устанешь, ты идешь сюда, прямо иди сюда, пожалуйста. Ты, вот сюда, внимание. Если устанешь, я тебя поменяю. А ты с Владимиром. Хорошо? Все. Да, Георгий, это тебе не в школе учиться, блин. Георгий, ты хорошо учишься? Хорошо учишься или нет? Хорошо. Хорошо. Ну так что ты лежишь на спине? Сядь низкий, высокий партер. Еще лучше, если ты на него сверху сядешь. И сиди так 4 минуты сверху на нем. Или между ног его себе затащи и держи все руки и ногами его. Без удушения.
потрясающих. Нет. Сам Бог. Держи, 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 переходи на удержание. Чуть-чуть убери сюда кресло, в эту сторону. Отодвинь к себе.
Вот. И вот, хоп, Владимир, а ты сюда чуть-чуть. Вот так. Бугуряна, сюда. Вот тебе. Свисток. Свистишь. Они выходят. Жмут отсюда, отсюда. Жмут руки. По свистку начинаете, по свистку останавливаете. Сейчас, одну секундочку. Стоп.